Меня зовут Роман. Мне 39 лет. Самое время, чтобы сделать что-нибудь фундаментальное. Нужно отредактировать один труд, а работу она требует погружения. Опять тонешь? Да, что-то не везет. Ниоткуда появилась. Я таких никогда не видел. У нас папа на море. Моряк? Большой человек. Я влюбилась до конца своих дней. Просто когда ты рядом, я не могу сосредоточиться. Мне нужно побыть одному. Ты или пишешь, или трахаешься. А если кого-то встретил, а потом вдруг потерял, как потом найти? Мне очень нужно знать, что он говорил о рыбьей мечте. Мечта у каждого своя. Лучше бы ты утонул. Может быть, живее был бы. Лена, прости меня! Прости, Лена! О том, что происходит в глубинах океана, мы знаем гораздо меньше, чем об устройстве Вселенной.